это канал Бумажный Чадо Чудо. И с вами Катя и Софиечка. Всем привет. И Бумажные Чадо. Бумажные. 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 Со свидетельством о рождении Рыбарна. Ну, так не можно назвать его рыбы за один день. Я и тут побыла, кто знает сколько. А я ладно. Имя Тамарочка. Ну да, имя Тамара. Тамара. Извиняюсь, лучшая идея у кого не пошла. 9 августа. Это не 100%. Не. Рост 37 сантиметров. Линейку показать не можу, якую мерила. А чё? О, точно. А чё линейку мерила? Измеряем линейку. На бумажный. На 15 сантиметров. Сейчас вымеряем. Тогда я поможу. Вот. 15. 15 плюс 15 – 30. Все знают. И... А, 38. Мама София, моя сестра. Да. И автор, а и той, кто це зробив, я. Катерин. Катя, а де я не пам'ятаю, як це називається. Ну, а, автор. І Розича. Автор кредита. Чого? Ще маленький ночник, маленький, дуже тяжелий, дуже кроватка. Сам, а, Тамарка, Тамарочка, ручки. Исправление, исправление. Ага. Як ты сделала? А. И бумажки. Бумажки, ми. Бумажки, да. Які ми будемо відкривати? Я антицарапку буду відкривати. А я соску. А їх відкривати надо? Давай. Отут. Отут. Да, тут. Я спеціально зробила. І... Зараз подсмотрю. Що у нас здесь? Давай по очереди. Давай, я пищу беру. Здесь у нас соска. Пустышка. Давай. Сука. Надевай. Надевай. Как надевать, как еще давать? А. И... Ты что? Что это? Так, теперь я. Мы антицарапки. Вот такие антицарапочки. Сейчас надену. Так, сейчас. Я напомню, до правого лева. Вроде бы... Это что? А, антицарапки я, пожалуй, надену. Там сложности. Я не знаю, где же. Ой, антицарапочка. Это мусор. А что там? Кать, дали соску. На, соску будешь дали. Я вот так. А вот одна антицарапочка. Да, будет. Соска выпала. Есть прикол, вот тут вы все видите, а тут есть вот такая, смотрите. Не ругайтесь, я сломала антицарапку. Ну, как я сломала, так я ее починю. Да? Да, да. Так себе. На, надевается. И у нас скоро будет еще один ролик, только про маленького малыша. Рыборна. Да. Было самое первое. Сейчас показываю. Сейчас трусики. Памперс. Вот такой будет в следующем ролике. Данька, это Даня. Даня. Не, Сонечка, принимай. Он пока что спит до завтра. До уроки. Бутылочка. Костючек. Да, и ты печатку открываешь. О,
такая бутылочка. Эту сторону я делала, а эту свечку. Все. Открываем. Бодик. Камина. А показать саму упаковку. Во. А, класс. Вот так. Бодик. Бодик. Медведь. Так. Окей. А у нас трусики. Памперсы. Это памперсы. Ну, памперсы. Соф. И это небо, это... А, это солнце, а это вода. А, классно. Это мои памперсы. Голосуйте, какие памперсы вообще. Вот эти или вот этот. Мы, пожалуй, наденем вот эти. А эти в упаковку. Да. Перси. Снимаем бодик. У меня тут еще один ребеночек в Майнкрафте сидит. Какой уже построил. Вот такая малышка, которая скинула антитрапки. Катя, а можешь принести камеру сюда? Я дальше хочу. Упси. Тут пшеница уже бросала. Я куда посадила. Классно, но мы вроде бы о чем договаривались. Все. Вот такие. Бодик, антитрапки. Соска и бутылочка. Это есть набор. Порванные упаковки, которые делала кто знает сколько. Их порвали. Ну, еще покажем нормальный Игната. Немножко. Это Игнат доделал, только я сейчас утомлю. Честно, я эту малышку собиралась... делать очень маленькую, очень-очень-очень маленькую. Ну, походу, вышло 37 сантиметра. Ой, Игнат. О, точно, мой любимый Это костюм. Это Игнат. Ой, извините, у меня есть еще Игнат. Я буду... Это Дайка. Дайка. Бедный Данюшек. Игнат имя не я придумывала. Ты. Нет, не я. Да. Не знаю, может, кто-то из моих знакомых продается и хватает, знаю. Из друзей в кавычках. Ладно. Какие кавычки? И шапка. Это уже лосинка. Кофточка и лосинчик. Я наблюдатель, прыгатель. Ай, больно в ноге. А тебя жалеть нельзя. Все пишите в комментариях, Катя Жук. Ладно, ладно, это очень. Ага, косточку мне длинно надевать. Ну, косточка вот такая клямка и... Да еще пиши. О, здесь написано... Давай, давай. Ось, бой.
The girl. Я не уверена, что я правильно написала. Но это, по-моему, girl. А, и пустырку тоже не я делала. Ну, как бы все я сама делала. Но разрисовывала не я. Ну что, Тамарочка и Игнатуш. О, ой. Танюша. Игната мы будем учиться. Тамарочка и Данюшечка говорят. Пока. Инша серия. До иншой серии.